Организованная группа образовалась не позднее июля 2019 года. До апреля 2020 они успели заработать 1,5 миллиона рублей. Затем полиции удалось раскрыть преступную схему. Правоохранителям удалось, значит, выявить не только рядовых участников, так называемых закладчиков, но и вышестоящих участников, которые занимали более высшее положение в иерархии преступной группы, таких как оптовые закладчики и непосредственно склады. Перед судом предстанут три фигуранта. Дело в отношении еще одной участницы выделено в отдельное производство, так как она согласилась сотрудничать со следствием. Это будет принято в качестве смягчающего обстоятельства. Остальные частично признали вину. При самом рассмотрении уголовного дела обвиняемому может быть назначено наказание лишение свободы сроком до 20 лет с возложением дополнительного вида наказания в виде штрафа до 1 миллиона рублей. Дело с обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд. К настоящему моменту оно содержит 40 томов. Александр Клепцова, Сергей Расюк, ТВ 21+.